Ух, здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе. Я второй раз уже пытаюсь перезаписать эту серию по Red Dead Redemption 2. Сейчас вот по пути расскажу, в чем что произошло. Начнем задание, которое сейчас, а потом уже как бы начнем, потом расскажу уже там по пути, что произошло. Я не могу оружие взять, блин. Ну ладно. Может, я потом там возьму. Ты в порядке? Да, в полном. Уверен? Да не, не уверен. Ты все еще работаешь. А хоть кто-то еще работает. Тут люди только и делают, что ругаются, дерутся и лгут друг другу. Больно на это все смотреть. Понимаю. Мне нужен напарник для одного дела. Для какого же? Хочу покончить с Дрисклами. Говорят, что последний из них прячется на ранче Хэндинток. Мне уже нет ни сил, ни желания на это. Я видел Кольма в петле, и мне уже как-то все равно. Я была замужней женщиной. Ты знаешь, что они сотворили со мной и с моим мужем. Из этих всех недоумков я могу довериться только тебе. Я должна это сделать. Ладно, давай так. Я тебе помогу, но от тебя тоже потребуется помощь. Эбигейл, Джек и Джон. Убедись, что они в порядке. Я хочу сказать, что когда вот это все кончится, ну, когда придет время, просто будь готов. Как? Когда придет время, просто помоги им. На чем ты говоришь? Я говорю, помоги ему уйти, когда я... Знаешь, мы с тобой больше призраки, чем люди. Но они... Они могли бы. Знаю, знаю. Конечно, помогу им. Спасибо, Артур. Поехали тогда со мной. Встречаемся на ранчо с Дин Хок, когда будешь готов. Спасибо, Артур. Ладно, пошли. Осталось уже совсем немного до конца четвертого сезона. Мы уже играем, проходим и... Уже дольше, чем GTA 5. И то это еще далеко не все. Из тех игр, что мы по сезону проходили, это пока самое длинное. Отличное утро для убийств, да? Видела там кого-нибудь? Да, их там вроде несколько человек. Большинство пьяны. Но один из них бородатый жердяй. Его? Не трогай. Я расправлюсь. Ладно. Лошадка рядом? Мне надо больше пушек. О, вот что мне надо. Карабин. Ну, карабин. Вот.
Вот что нам надо. Короче, ребят, вот что было. Я вот записывал уже, начинал вот это вот задание. И произошло кое-что не очень хорошее. О, дом зажигать. Ну, что все так тормозить-то, Али? Я дошел до того места, где нужно было... Да что все так тормозить-то вообще? Текстуры что-то тормозят. Артур продолжает мигать за спиной. Добрался до такого места, где нужно было... Я застрелил уже того, кто с телескопа стрелял. Добрался до того места, где надо было вам обчистить амбар, посмотреть. И убить там двоих адрисклов, которые в меня стреляли. Но стрелять я в них не мог, потому что у меня закончились патроны. Пока я искал патроны, сзади застрелили. Я нажал кнопку «Контрольная точка». Ну, там, начать задание, вот это вот, попробовать еще раз. Ну, вы поняли. И игра зависла. Пришлось перезагружать компьютер и перезаписывать серию, потому что запись не сохранилась. Ладно, осмотри амбара, я займусь дома. Вот. Сейчас у нас патронов еще до хрена. Помни, если увидишь бородатого толстяка, не трогай. Он мой. Постараюсь не забыть. Я так понимаю, это тот, кто убил твоего мужа, бородатый толстяк. Эх, не могу использовать глаз. Потому что... Воу! О, я выстрелил ему прямо по яйцам. Нет! Долго заряжаешь оружие, блин. Только не говорите, что у меня сейчас опять все зависнет. Только не вздумайте, пожалуйста, блин. Вот на этой загрузка просто бесконечная, короче, была, и все, там зависло. О, повезло сейчас, повезло. В прошлый раз все зависло. Пока будем из карабина стрелять, пожалуй. Почему у меня вид от первого лица включился еще не... Без моего желания. Я же по голове ему стреляю, алло. Вот я в них стреляю, ничего не происходит. Да, дом загорелся. Они же... Дом Сади Адлер тоже же сгорел тогда. Быстро к туалету.
Да блин. Вы убили моего мужа, сожгли мою ферму, разрушили мне жизнь. Джейк Адлер, Сэдди Адлер. Да блин, я их не вижу. А, вон там где-то. Туалет рушится. Да твою ж налево, ее опять убили, блин. А я их не видел, я никого не видел сейчас вообще. Только бы сейчас не завис. Вот после того, как Сэдди застрелили, тогда игра и зависла. Что за невезение, а? Раз, два, нет, не два, два, три. О, наконец-то настало время амбара осматривать. Главное сейчас не там не погибнуть. Как это произошло сегодня уже? Ладно, я займусь фермой. А, блин. Сэдди. Наконец-то. Зараза ты! Говорил же, что ты меня еще увидишь! Okay. Ты в порядке? Yeah. Да. Он был хороший человек. Мой Джейк. Мы друг друга и души не чаяли. Да, не сомневаюсь. Я скучаю по нему каждый день, каждое мгновение. Они сделали из меня чудовище, Артур. Но мои воспоминания о нем остались чисты. У меня нет и этого. Не считая моего Джейка, ты самый лучший мужчина из всех, кого я знал.
Я знаю, с какими людьми ты общаешься. И что может быть лучше них? Много страданий не нужно. Мы... Нам надо уходить отсюда. Мне надо побыть одной. Да, понимаю. Только не забудь смыть с себя всю эту дрянь. Спасибо, Артур. Ладно, убираемся отсюда. Этот дом сейчас уже развалится. Ты что там делал? Там же дом горит, ты нафига там был? Дружище. Ладно, у нас еще есть... У нас остался выбор, это Трелони. Я так понимаю. Ехать до него очень далеко. Джосайя Трелони, да. Поэтому... Чик-чик-чик. Мне кажется, что между Сэдди и Артуром что-то есть. Она любит его, наверное. Ну что ж, наверное, война с Одрисколами наконец-то покончена. Мы всех перебили, а если кто-то остался, то они скроются на краю света где-нибудь. Да, я совсем сломал свои текстуры. Ну ладно, не так страшно, потому что... Все равно это скоро кончится. Как думаешь, кто у нас здесь крыса? Крыса? Ну кто-то же все-таки болтает, иначе быть не может. Ну, по-моему, они просто взяли наш след. И мы просто не можем отделаться от них, вот и все. Я думаю, что это Марсон. Да брось. Я не думаю. Запомни мои слова. Была влюблена. Кто знает? Они Молли там обсуждают, да? Джосайя? Я. Ты снова уходишь? Да, я уже ухожу. Я скоро вернусь. Возможно. В смысле? Ну, я на твоем месте бы тоже исчез. Этому всему конец уже. Но я вернусь. Не, не вернешься. Давай уже, не прикидывайся. Убирайся. Я буду скучать по тебе, Артур. Ты был хорошим другом. Давай без сантиментов. Иди поскорее, пока тут все тихо. Даю тебе на это. Ищи благословение. Тебя искал твой друг? Мистер Морган. Добрый день. Как самочувствие? Да немного лучше. Надеюсь, что да. Чем могу помочь? Мне жаль, что приходится снова вас просить, но мне кажется, что это без успеха на мирных переговорах. В самом деле? Думаю, что да. Полковник Фейвер согласился встретиться со мной, чтобы обсудить и попытаться устранить наши взаимные претензии. Да, я уже сбился со счетов в попытках посчитать, сколько он раз меня обманывал. Но, может быть, на этот раз он хочет мира? Зачем ему еще больше нас унижать? У нас есть слова для таких, как он, но они неприличные. Может, вы выполните мою последнюю просьбу? Моим людям запрещено носить оружие. Значит, вы хотите, чтобы мы посадили за ними? Да, там будет полно скучных разговоров и церемоний. Но кажется, что если со мной будут не те люди, не из моего племени, то будет меньше возможностей одолеть. Поможешь им, Артур? Это меня не касается, брат. Я знаю, но это касается меня. Сделаешь это ради меня? Чарльз, мне... Я тебе спас жизнь. Сделай это ради меня. Ну ладно, ладно. Пошли. Перед ним в долгу, да? Пусть он вас на переговоры поведет.
Сюда. Я здесь встречу назначил. Спасибо вам обоим за это. Вы уже и так много сделали. Да ради бога. Надеюсь, меня никто не узнает. Хотя бы. В последнее время я и так часто натыкаюсь на армейских бойцов. Жаль, что мы выпустили много. Из задачи парящего орла арестовали. Это нам не поможет. Я найду способ помочь ему, обещаю. Я просто надеюсь, что смогу договориться с полковником Фейверсом. Я не прошу о многом, но когда наш народ страдает от голода и болезней, и мы узнаем, что лекарства и провизию сомнительно удерживают, как мы можем это не считать личным делом, когда они уничтожают наши святыни? Как мне убедить парящего орла и всех остальных, что они не должны сопротивляться? Может быть, именно поэтому они так и поступают? Потому что не хотят, чтобы мы начали войну. Чтобы они могли сказать: ведите себя достойно. Возможно, Артур. Спасибо за то, что помогли добыть вакцину. Он будет на встрече. Как там обстоят дела на самом деле? Я все еще надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению. Мы прибыли. Вот, впереди мои люди. Сюда. Так, переговоры будут здесь, я так понимаю, да? В том самом месте, откуда, где мы устраивали уже бойню и... украли там кое-что. Думаю, нас по-доброму там не встретят. Полковник Фейверс, капитан Монро, мы пришли с миром. И снова здравствуйте. А эти двое кто? Они друзья моего народа. Интересные друзья у вас. Да, они никому не причинят вреда, надеюсь. Послушайте, мистер, как вас там зовут? Вождь. Да, я не могу обращаться по этому титулу нелепому. По-английски меня зовут Падающий Дождь. А, ну да, понятно. Слушайте, мы тут все американцы, и мы хотим решить эту проблему. Но, если честно, я ничего не понимаю. Ваши люди, по-моему, просто-напросто преступники. Нарушают каждый заключенный нами мирный договор и мешают нам жить. Я горжусь тем, что являюсь джентльменом. Но всему этому есть предел. У вас все нормально? Кто-нибудь? Джексон, уведи его. Так, на чем я остановился? На том, что джентльмен не всегда. Вы шутите, сэр? Иди сюда, приятель. Капитан Монро, я спросил, вы шутите? Нет, сэр, я не шучу. Вождь, дождь. Падающий дождь. Именно. Вождь.
Какой у тебя кашель? Да. Жди здесь. Я воды принесу, где? Да, все нормально. Нет, нет. Ты же знаешь, он отдаст Монро под трибунал. Или хотя бы попытается это сделать. Он его опозорит. Монро? Он хоть и Вестпойнта, но, похоже, человек неплохой. Ты же знаешь, Вейверс, он просто считает, что так надо. Потому что он думает, что Монро чей-то агент или шпион. Он убежден, что Монро как-то связан с похищением вакцины. И думает, что Монро заставит его пойти на уступки индейцев. Он хочет Монро устранить. Каким образом? Вейверс хочет, чтобы его судили за измену и повесили. Какое дело Вейверсу до индейцев? А он никогда никому не уступает. Сделал себе на этом карьеру. Ты же знаешь, как про него говорят. Вейверс, который дал стрекача, человек, который идет в битву. Бедный Монро. Мне он нравился. Понимаю. Но он все равно высокомерный был. Ваши люди нарушили договор. Этот договор аннулирован. Мне поручено заключить новый договор. Теперь лучше? Да, пошли. Вперед. А земля, которую вы сейчас занимаете, принадлежит правительству Соединенных Штатов. Почему вам это так сложно понять, сэр? Почему? Всего доброго, полковник Вейверс. Встреча оказалась непродуктивной. Чарльз. Полковник. Властям нужен мир для всех, и они считают, что договор никто не нарушал. Вот оно что значит, да? Нужен ли властям офицер, а? Публично проявляющий неповиновение. Это часть правительственного плана, да? Вы оскорбляете меня? Вы оскорбляете полк? Арестуйте этого человека! Арестовать меня? За неповиновение, за невыполнение приказа, за измену. Да вы в своем уме? Это вы украли вакцину, вы сорвали переговоры. Отпустите его. Это уже ни в какие ворота не лезет. Капитан Монро, пойдемте. Я бы на твоем месте пасть захлопнул, амиго. Я не хочу убивать этого человека, но придется, если вы сейчас же не отойдете назад. Ах ты, зараза. Они меня убьют сейчас. Зашибись. Скорее, мне надо лекарство. Куда я нажму? Лекарство, быстрее. Сильное лекарство, давай. Мы солдата сейчас убили так же, как агент Милтон убил Хозию. Ой! Черт, слева идут. Быстро за камни. Да не за деревом, а за камни, я сказал. Ну же, капитан, вы можете стрелять? Не могу. Агент Милтон тоже нам... На мушке держал Хозию. Потом оттолкнул его. А затем выстрелил. Мы сейчас то же самое сделали. Ой, сзади. Куда ты за дерево идешь? Сюда давай, за камни. Блин, их много очень. Я не уверен, что смогу с ними справиться сейчас. Но надеюсь, что смогу все-таки. Ну же, давай! Стреляй!
У меня здоровье скоро закончится. Давай. Простите, мистер Морган, я не смогу по ним стрелять. О, целая повозка едет. А, это не... Нет, это не повозка с ними. Безумие. Блин, убили. Ой, господи, у меня здоровья было мало очень. И они бегают, кстати, быстро очень. В них хрен попадешь. Сейчас опять загрузки долгие ждать надо будет, блин. О, господи, как я уже задолбался умирать. Попробуем еще раз, ладно. Надо... чем-то запас пополнить. Он спрятался за деревом. А, вот он. А глаза у меня очень мало, надолго не хватит. А может, у меня для глаза есть тоник? Не, нету. Нет у меня его. А, нет, я же не туда захожу. Нет, вот для глаза тоника у меня нет. Да, никакого смысла в этом лекарстве вообще не было. Зачем я его сейчас принял, я не знаю. Ой. Беги, беги, что ты тут сидишь? Давай, 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 давай. Куда? Стрелять из глаза я не могу. Он разряжен. Красиво получилось. А, заряжайся! Дайте сюда другое оружие, а. Задолбался я вот это вот делать. Так, заряжайся скорее. О, я смертельно его ранил уже. Ой-ой-ой, как много их, капец вообще. Я не смогу убить их, я, наверное, не смогу их сейчас убить. Но надо все равно постараться, попробовать. А, давайте-ка я динамит кину туда. Сдохните, взрывайтесь все. Они быстро бегают, зараза. Еще один давайте. Они прям там, где мне удобно будет. Да, к сожалению, динамит никого не убил. Наконец-то закончились. Это, наверное, самая эмоциональная серия, которая сегодня. Лошадь капитана застрелили. Он поедет с нами.
Они не кончились, вон еще появились. Блин, я из-за капитана не могу стрелять. Загораживает капитан там обзор. Все, вроде бы погони нет. Сложно сказать, что все живы, конечно. Что будем дальше делать? Вам надо уезжать. Мы доставим вас на станцию. До сих пор не могу поверить. Я всю жизнь служил в армии. Я послушал их разговоры. Собираюсь повесить за предательство. Вы не должны погибать из-за этих дураков. А вождь? Мы делаем все, что в наших силах. Наверх. А рапорт я подать не смогу? Ну, наверное, пожалуй, да. О, господи, я сегодня вообще бомбил жестко. Умирать я реально задолбался. Вот так сложно было сегодня, да. Уезжайте, капитан Монро. Боюсь, теперь это уже непросто. Жаль, что вашей карьере пришел конец. Вот, держите. Немного денег. Берите и уезжайте отсюда. Начните новую жизнь в другом месте. Говорят, на Таити хорошо. Спасибо. Садитесь на поезд до Сен-Дени, а дальше на корабль. Только на Гуарму не суйтесь. Куда? Да ладно, неважно. Увидимся в резервации. Мистер Морган, как ваше самочувствие? Да, лучше не бывает. Что вы тут делаете? Направляюсь в Мексику. Меня наконец отправили с миссией. Брат Докинс умирает от зависти. Что случилось? Я умираю. У меня туберкулез. Вот как. Я заразился, когда избивал человека до смерти. За несколько долларов. Я прожил плохую жизнь, сестра. Мы все прожили плохую жизнь, мистер Морган. Мы все грешим. Но я вас знаю. Не знаете вы меня? Простите, но... В этом-то и проблема, вы не знаете себя. Как же это понимать? Да как хотите. При каждой нашей встрече вы всегда улыбаетесь и помогаете людям. У меня был сын. И он умер. Была девушка, которая любила меня. Я растоптал эту любовь. Мама умерла, когда еще ребенком был. А отец... Умер у меня на глазах. Я был страшно рад на самом-то деле этому. Мой муж умер много лет назад. Жизнь полна боли. Но в ней также есть любовь и красота. Что же мне теперь делать? Будьте благодарны за то, что впервые вы ясно видите свою жизнь. Ну да. Может, вам кому-нибудь стоит помочь? Помощь ближнему всегда счастье приносит. Но я до сих пор ни во что не верю. Я сама не верю, но всегда. Я потом встречаю кого-то такого, как вы, и все становится на свои места. Вы слишком умны для меня, сестра. Наверное. Я просто боюсь. Вам нечего бояться, мистер Морган. Допустите мысль, что любовь существует. И пусть она диктует ваши поступки по вагонам. Я попытаюсь.
Я знаю, что вы пытаетесь. Прощайте, мистер Морган. Прощайте. Если бы, кстати, мы бы не помогали вот этой сестре и там брату Доркинсу какому-то там, вместо нее появился бы пастор Суонсон, который сказал, что уезжает от нас, увидев безумие Датчи. Да, банда начинает разваливаться потихоньку уже. Разочарованные члены некоторые уходят. Остаются только самые сильные бандиты. Ладно, на этом мы закончим. Осталось всего две серии. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на этот канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.